Друзья, здравствуйте. Сегодня у нас 25 декабря 2023 года. Идет пусконаладка на объекте. Объект – производственное помещение из нескольких зданий, которое отапливается котельной. В котельной смонтированы два пилетных котла мощностью 150 и 50 кВт. Смонтировано на магистраль из двух веток. Одна ветка идет вот на этот цех. Вторая ветка уходит дальше. Здесь она проходит тоже по улице. И уходит дальше, обогревая вот этот третий, четвертый и пятый цеха. Это основное помещение. Она обогревает те ветки, которые выходят у нас прямо из котельной. Пусконаладку сегодня мы проводим. И через пару дней сдаем объект заказчику в эксплуатацию. Что вот, если кому-то нужно отопление, и у кого-то нет газа, обращайтесь.